Ну что ж, пора рассмотреть ключевые показатели эффективности к моему бизнес-плану. Я хочу, чтобы каждый из вас предложил хотя бы 2-3 бизнес-идеи, которые вы подготовили за эту неделю. Только не я первый. Только не я первый. Только не я первый. Только не я первый. Только не я первая. Только не я первая. Итак, начнем с Элли. Черт. Я думаю, что нам стоит сосредоточиться на привлечении случайных покупателей, готовых делать небольшие, но значимые покупки. К примеру, поставить стенд у магазина. Как у нее легко получается. О, боже, она такая умная и такая красивая. Черт возьми, Элли, откуда ты все знаешь? Откуда ты все это знаешь? И в итоге увеличит наши продажи. Действительно хорошая идея, Элли. Нужно будет ее проработать. Молодец. Слава богу, пронесло. Я ни слова не поняла. Я далеко не такой умный. Я не заслуживаю эту работу. Итак, следующий... Вот она. Мне следует встать и уйти. Да-да-да-да, что такого? Встал и вышел. Пожалуйста, только не я. Только не я. Пожалуйста, 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 пожалуйста. И продолжит... Адам, что у тебя? А, проклятие. У меня ничего нет, у меня ничего нет. Я так жалок. Ну что ж... Что ж, наши продажи немного упали. И я думаю, причина в том, что мы продвигаем товары с низким спросом. Если мы проведем исследование по продажам... Почему я об этом не подумала? Что покупатели берут чаще всего. О, так много умных слов. Адам профессионал. Настоящий профи. Адам прекрасно подготовился. Он заслуживает эту работу. Почему я сама не додумалась? Дадут нашему магазину больше клиентов. Хорошо. Вижу, что ты неплохо подготовился. Ох, надеюсь, у меня получилось создать впечатление, что я в чем-то разбираюсь. Прошу, только не возвращайся ко мне. Я больше ничего не могу придумать. О, теперь он смотрит на меня. Пожалуйста, ничего не говори. Алан, твой ход. А, сукин сын. Ну, ничего, ничего. Просто открой рот и начни говорить. Может, что-то и получится. Ну, нужно понимать, что мы не только магазин техники, но и бренд, которому люди доверяют. Я думаю, что жесткая конкуренция на рынке поможет стимулировать покупателей. Что? Откуда Алан столько знает? Он такой умный, потрясающий. Боже мой, как он это делает? Как они это делают? Зачем они умничают? Здесь же дама. А мы увеличим число наших постоянных клиентов. Это очень интересная идея, Алан. Что ж, давайте объединим ваши предложения и реализуем их в рамках нашей компании. Господи, ты по сравнению с ними настоящий идиот. Неуверенный в себе. Они не догадываются, какой ты бесполезный менеджер. Хорошо, ребята, спасибо за ваши идеи.